В рамках загальнодержавної медичної реформи у місті планують створити одне комунальне медичне некомерційне підприємство «Кременчуцький міський стоматологічний центр». Нова концепція реорганізації стоматзакладів має заощадити бюджетні кошти, на які планують покращити якість стоматологічних послуг, дати можливість пільговикам безкоштовно лікувати зуби і ставити зубні протези. В рамках нової програми дитяча стоматполіклініка залишається. До того ж, планують впровадити безкоштовне лікування зубів дітям. І запропонованим планом змін в цій галузі ознайомився і головний лікар Полтавського обласного центру стоматології Петро Скрипников. То, что у вас происходит, на самом деле, это правильно. Это вопрос, который не сегодняшнего дня. Этот вопрос поднимался уже, на протяжении 3 или 4 лет об этом идет разговор. И, в принципе, он весьма логичен. Понимаете? То есть доступность остается та же. Врачи практически остаются на своих местах. Оптимизация приводит к очень существенной экономии денег, которую надо заметить о том, что городские власти не изымают, а возвращают назад. И возвращают к людям, увеличивая тоже бесплатное протезирование, покупая те же самые материалы. То есть не оптимизируя этот процесс, всего лишь материалов, насколько я помню, около 240 тысяч или 270 вы сможете купить на следующий год. При оптимизации высветится в разы большая сумма. Это то, что на себе готовы ощутить будут люди, понимаете? Это будет, на мой взгляд, это весьма правильный ход. Обласний стоматолог також відзначив, що аналогічний процес реорганізації стоматполіклінік розпочався в Полтаві ще кілька років тому. Наші сусіди вже об'єднали усі стоматзаклади в один Полтавський обласний центр стоматології. Мы собрали все те кабинеты и отделения, которые были на финансирование областного бюджета. То есть у нас вот это проходил уже такой процесс. Так мы переходим на коммунальное неприбутковое предприемство. Вот в течение до конца года мы уже тоже перейдем, как и все, в общем-то, ЛПЗ области. Для того, чтобы получить доступ к деньгам Национальной службы здоровья. Иначе мы ничего не сможем по-другому сделать. У нас тоже будет этот же процесс происходить весь, который идет везде. На самом деле это не касается только города Кременчуга, это, в общем-то, всеукраинский вопрос. И у вас, на мой взгляд, такая процедура достаточно происходит мягко, то есть без фактического сокращения кадрового состава. Чи підтримають депутати міської ради план реорганізації стоматполіклінік, стане відомо на найближчій сесії. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.